Так, давай потихоньку, ускоряйся. Так, вибрация, которая у меня появилась на машине, как мы потом выяснили, что, видите, вот здесь вот грузик такой висит. А вот тут вот, не знаю, будет видно вам или нет, он вот здесь вот отлетел. И я подозреваю, что из-за этого происходит вибрация. Сейчас я попробую хомутами сделать противовесик и посмотрим, что получится. Прикрутил вот так вот 4 хомутика. Сейчас поедем, посмотрим, что за вибрация у нас будет. Надеюсь, она пропадет. Все-таки, короче, я был прав. Здесь отлетел грузик. Вот от него место. Не здесь. Вот, видно. Совсем другая ржавчина. И спасло. Я вот 4 хомутика поставил. Съездил в Москву 2 раза и назад. И вот посмотрите. Вибрации нету. Даже до 140 доходил. Вибрации нету. То есть, ну, теоретически я попал с весом. Вот. Сейчас вот решил просто немножко все это дело смазать. Если получится. Ну, а не получится, значит, не получится. Ямы у меня в деревне нету, поэтому приходится делать все вот так вот, грубо говоря, на колени. Помощничка, блин, нету. Ой. Ползла чуть-чуть, значит, хватит. Видно, над каким-то макаром туда вот попасть. А это сделать будет нелегко. Просто туда не лезет.